Я волшебник, дед всевет, мне в обед всего 100 лет. Сказку начинаю, в гости приглашаю. К тем, кто сделал все дела, сказка в гости пришла. Петух и бобок. Русская сказка. Жил-был старик со старухой. Петушок у них на завалинке рылся и вырыл бобок. Хотел сглотнуть и подавился. Подавился и растянулся. Лежит, не дышит. Хозяюшка к нему бежит, спрашивает: «Что ты, петух, лежишь, не дышишь?» «Бобком, — говорит, — подавился. Пойди к корове, попроси маслица». Пошла она к корове. «Корова, корова, дай мне масло». Кочет, лежит, не дышит, бобком подавился. Корова говорит: «Пойди к косам, попроси сена». Приходит она к косам. «Косы, дайте мне сена». «Сена корове». Корова даст масло. Масло кочету. Кочет, лежит, не дышит, бобком подавился. Косые говорят: «Ступай к печие, попроси калачей». Приходит хозяюшка к печие. «Печия, печия, дай мне перепечу калачей». Калачи косам, косы дадут сена, сена корове, корова даст масло, масло кочету, кочет лежит, не дышит, бобком подавился. Печия посылает ее к дровосекам, дров попросить. Приходит хозяюшка к дровосекам. «Дровосеки, дайте дров». «Дрова печие, печия даст калачей, калачи косам, косы дадут сена, сена корове, корова даст масло, масло кочету, кочет лежит, не дышит, бобком подавился». Дровосеки посылают ее к кузнецу попросить топоров, им дрова нечем рубить. Пошла хозяюшка к кузнецу. «Кузнец, дай мне топора». «Топор дровосекам». Дровосеки дадут дров. Дрова печие, печия даст калачей, калачи косам, косы дадут сена, сена корове, корова даст масло, масло кочету, кочет лежит, не дышит, бобком подавился. «У меня, — говорит кузнец, — нет, а новых нечем сделать, углей нет. Ступай в лес, наруби сосновых дров и нажги углев». Хозяюшка съездила в лес, привезла дров и нажгла углев. Понесла угли кузнецу. Кузнец дал топор. Пошла к дровосекам. Дровосеки дали дров. Дрова понесла печие. Печия дала калачей. Калачи понесла косам. Косы дали сена. Сена понесла корове. Корова дала масло. Масло понесла кочету. Кочет сглотнул и бобок проглотил. И громко запел: «Кук-ка-ре-ку, на завалинке сижу, лопатки плету, кочедык потерял, денежку нашел, девушку купил, платочек ей подарил». Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец.